эфире службы новостей «Саров-24». В студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Любимые передачи и новые проекты. 21 ноября во всем мире отметили День телевидения. Врачеватели душ. Как психологи восстанавливают гармонию человека. Число Бога и золотое сечение. 23 ноября – День Фибоначчи. Далее расскажем обо всем подробно. Третья волна коронавируса может начаться в первые месяцы 2021 года, если страны Европы не выстроят инфраструктуру для борьбы с этим заболеванием. Об этом заявил спецпосланник ВОЗ по COVID-19 Дэвид Набарро. По его словам, во время первой волны этого не произошло. По словам Набарро, необходимо на местном уровне в каждой стране организовать процесс выявления инфицированных людей, а также прерывать цепочки зараженных и сдерживать локальные вспышки вируса. О начале третьей волны коронавируса уже заявил Минздрав Южной Кореи. Вспышка COVID-19 зафиксирована в Сеульском регионе. Между тем, Россия установила новый антирекорд по количеству выявленных за сутки больных. 23 ноября зафиксировано 25 173 новых заражения. В Нижегородской области выявлено еще 447 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей Нижегородской области с диагнозом COVID-19 достигло 51 280 человек. Более 1700 человек лечатся амбулаторно. В Сарове за выходные количество больных увеличилось на 535 человек. Всего COVID-19 зафиксировано почти у 6,5 тысяч граждан. 2871 человек из них выздоровели. В городскую думу внесли проект бюджета на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов. Доходы составят 4 миллиарда 485 миллионов, расходы 4 миллиарда 621 миллион, дефицит около 135 миллионов. В бюджете предусмотрено строительство дороги на улице Чапаева и Негина. Заложены расходы на реконструкцию детского парка на улице Сосина. Напомним, этот объект победил во всероссийском конкурсе и получит 80 миллионов из федерального бюджета. Город добавит еще более 20 миллионов. По образованию тут у нас идет тоже увеличение расходов. И увеличение составило более чем на 138 миллионов рублей. Это увеличение финансирования на строительство школы на 600 мест. Это в 2021 году это 234 миллиона 700. Так, увеличение расходов на капитальный ремонт детских дошкольных учреждений и увеличение расходов на обеспечение горячим питанием учеников с 1 по 4 класс. Обсуждение бюджета продолжит 25 ноября. Канал 16 будет вести прямую трансляцию заседания планового бюджетного комитета в своих группах в социальных сетях и на канале в Ютубе. Начало в 15:00. Саровчан предостерегают от выхода на лед. Специалисты департамента городского хозяйства напоминают, что безопасным считается лед толщиной не менее 15 сантиметров. На пруду Боровом и реке Сатис вода промерзла на 5 сантиметров, на Саровке на 3,5 сантиметра. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Налоговая инспекция возобновляет прием посетителей с 23 ноября. Сотрудники Саровского отдела будут работать с 9 утра до 6 часов вечера с понедельника по четверг. В пятницу – сокращенный день. Суббота и воскресенье – выходные. Посетители должны приходить в масках и перчатках. Горожанам с признаками заболевания рекомендуют остаться дома и сделать необходимые операции дистанционно. Вопросам трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья будет посвящена прямая телефонная линия «Партнер». На вопросы жителей региона о содействии занятости инвалидов ответят специалисты Управления по труду и занятости населения Нижегородской области 26 ноября с 10 до 12 часов. Звонки будут принимать по телефону 8 831 234 07 16, добавочный 320. В рамках проекта «Золотая маска в кино» в художественной галерее покажут видео-версию спектакля «Иранская конференция». Эта постановка Театра наций в 2020 году стала обладателем Российской национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучший спектакль в драме. Большая форма». Начало сеанса в 18:00 26 ноября. Для зрителей старше 18 лет. Узнать новости. Вместе с археологами рассмотреть доисторические находки или понаблюдать за жизнью морских обитателей. Современное телевидение дает людям огромную возможность для развития и самообразования. Над созданием программ трудятся творческие коллективы телевизионных каналов. Свой профессиональный праздник журналисты, ведущие, операторы, монтажеры отметили 21 ноября. О том, что саровчане увидят в новом сезоне на канале 16, расскажем в следующем репортаже. Беседы с врачами, спортсменами, деятелями культуры, экскурсии по Сарову, обсуждение острых вопросов с депутатами и представителями администрации. Команда канала 16 на протяжении 26 лет освещает все самые важные события города. Это единственный, наверное, с моей точки зрения, объективный источник информации для горожан. То есть это не просто, да,
подача информации, то, как мы видим, да, это попытка разобраться в любой ситуации, с любой проблемой. Объективное освещение информации, оперативность и молодой творческий коллектив, который готов работать и сотрудничать как с бизнесом, так и с властью, так и с любым горожанином. Репортаж или телевизионная передача – итог работы большой команды. Перед выходом в эфир ими занимаются журналисты, редакторы, монтажеры, операторы, ведущие, которые делают все, чтобы материал был интересным и полезным для зрителя. В коллективе всегда рады новым кадрам. Корреспондент Анна Пилипец совсем недавно начала работать на канале 16, но уже успела погрузиться в атмосферу телевизионных будней. За пару недель уже влилась в основную работу, я изучила, как делать сюжеты, и я научилась работать в команде. И, конечно, мне еще очень много всего нужно узнать, очень многому научиться, но здесь хочется работать, здесь хочется развиваться, совершенствовать себя и искать какие-то новые формы выражения, да, в журналистике. Сюжеты и программы, свежие кадры со съемочной площадки, опросы и статистика по коронавирусу. Все это можно увидеть не только в телеэфире, но и в интернете. Вектор получения новой информации смещается в интернет, в социальные сети. И поэтому мы тоже, как говорится, двигаемся в интернет, развиваем свои интернет-площадки. Это и YouTube-канал, на котором вы можете посмотреть все сюжеты, все выпуски новостей, все новые передачи. Они оперативно там выкладываются. Это социальные сети, это группы ВКонтакте, Одноклассники, Facebook. Все это есть, развивается, поэтому подписывайтесь, следите за нашими новостями, будьте всегда в курсе последних событий в городе. В новом сезоне мы запустили несколько новых проектов. В программе «Пешком по Сарову» мы открываем вам давно знакомые городские улочки и места с новой стороны. В «Лицах Сарова» ближе знакомим с выдающимися земляками. Уже на следующей неделе вместе с юристом мы начнем рассказывать зрителям о законах, правах и о том, как их защитить в современных реалиях в проекте «Имею право». Забывчивость юного спортсмена послужила причиной для совершения преступления. В раздевалке бассейна мальчик не запер шкафчик. Когда вернулся с тренировки, то не обнаружил среди вещей своего телефона. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. 18-летний саровчанин украл из магазина две бутылки виски на 7,5 тысяч рублей. Но добытого алкоголя для молодого человека оказалось мало. Спустя несколько часов после первой кражи он вернулся в магазин. После просмотра камер видеонаблюдения было установлено, что похитителем является тот же самый гражданин города Саров 2002 года рождения, который ранее уже похищал алкогольную продукцию в данном магазине. Однако в данном случае сумма ущерба составила 9113 рублей. Молодой человек до совершеннолетия уже получал условный срок за подобные дела. Теперь ему грозит лишение свободы до 2 лет. В магазине по улице Дзержинского пенсионерка не раз забывала свой кошелек. В очередной раз женщина оставила его на кассе после того, как только получила пенсию и решила купить продукты домой. После опроса потерпевшей гражданка сообщила, что посещала продовольственный магазин. Как всегда, положила свой кошелек с денежными средствами на полочку под кассой, вот это для пакетов. Забыла ее, поняла, что кошелек оставила там, только придя домой. В кошельке находилось 30 тысяч рублей. Обычно оставленный кошелек сотрудники магазина возвращали пенсионерке, но в этот раз кассиры его не заметили. Правоохранители просматривают камеры видеонаблюдения. Кто присвоил деньги саровчанке, пока неизвестно. Их работа нацелена на достижение гармонии в жизни человека. Этих специалистов называют врачевателями и целителями душ. День психологов отмечают в России 22 ноября. В 21 веке психологическая культура становится важной составляющей повседневной жизни. Она необходима в любой области – в воспитании детей, в семейных и деловых взаимоотношениях. В детстве Маргарита любила наблюдать за поведением людей и анализировать их поступки. Часто она задавалась вопросом, что движет человеческими чувствами, эмоциями и желаниями. Позднее простой детский интерес перерос в увлечение всей жизни. Я теперь буду психологом. Пойду учиться на психолога. Это было где-то около 8 класса. И я свою цель исполнила. Я пошла в очень потрясающий вуз. Я его обожаю. Московский городской психолого-педагогический университет. У меня были просто потрясающие учителя, которые дали очень большую и сильную базу. Маргарита работает психологом уже 18 лет. В подростковом возрасте она заинтересовалась телесно-ориентированной психотерапией. Сейчас с ее помощью лечит пациентов.
Я занялась йогой еще с подросткового возраста. И я поняла, что когда я работаю с телом, то у меня, например, страхи уходят, тревожность уменьшается, да, то есть вот эти блоки, которые возникают в течение жизни, они благодаря вот телесной терапии уходят. И я становлюсь более свободной, раскрепощенной, тело мягким. Помощь психолога может понадобиться ребенку практически в любом возрасте, признается Маргарита. Например, социализация в детском саду и школе, первые друзья и задиры, обидчики, плохая успеваемость и такой непростой подростковый период. Работа только с детьми она считает малоэффективной, поэтому в терапии участвуют и их родители. Первое, что нужно сделать, это найти с ним дорожку, да, к нему вот эту связь. Когда вот эта дорожка найдена, ребенок уже считает тебя за своего человека, и тогда можно делать все, что угодно, и развивать его, да, там, и помогать в терапии, если ему какие-то у него опыт, да, травматичный был, и так далее. Маргарита помогает как детям, так и взрослым. Сейчас самый распространенный страх большинства пациентов – коронавирус. Дети реагируют на сложившуюся ситуацию острее родителей, поэтому психолог рекомендует спокойно объяснить им ситуацию и постараться не напугать. 11 месяц, 23 число. Эти четыре цифры образуют последовательность числа Фибоначчи. Именно в этот день вспоминают средневекового ученого, который установил эту интересную математическую закономерность. В этом году исполняется 850 лет со дня рождения Леонардо Фибоначчи, чье имя носит золотая спираль, золотое сечение, золотой прямоугольник. О том, какое отношение имеет эта дата к каждому из нас, расскажем в следующем репортаже. Это таинственное число будоражит умы исследователей на протяжении нескольких веков. Одни считают его строителем мироздания, другие называют числом Бога, а третьи, осознанно или нет, применяют его на практике и получают удивительные результаты. А Леонардо да Винчи утверждал, что это знаменитое число руководит всей Вселенной. Подробно о последовательности чисел Фибоначчи нам рассказали преподаватели кафедры высшей математики Саровского физтеха. Числовую закономерность в 13 веке обнаружил итальянский ученый Леонардо Пизанский по прозвищу Фибоначчи. Математик привел уникальную последовательность чисел, которые при постановке в ряд образуют линию цифр, каждая из которых представляет собой сумму двух предыдущих чисел. Соотношение рядом стоящих чисел будет составлять примерно 1,618. Эту закономерность можно увидеть и на другом примере. Если мы постараемся разделить буквально любой отрезочек в самом красивом возможном соотношении, вот так, чтобы прямо душа пела, играла, какие-то струны, струны внутри резонировали, то мы обнаружим, что это соотношение будет выглядеть так, что большая часть так относится к меньшей, как целое относится к большей части. Эту пропорцию еще называют золотым сечением. С точки зрения математики, это некая идеальная пропорция, к которой стремится все живое и неживое в природе. Согласно теории, соотношение частей тела человека от макушки до талии и от талии до пяток тоже соответствует последовательности Фибоначчи. Во время съемок мы решили проверить мою фигуру на идеальность. Чуть-чуть не дотягиваю по росту. В моем случае может помочь обувь на каблуках. На стремление людей обрести идеальные пропорции работают бьюти и фэшн-индустрии. Зарабатывают пластические хирурги. Программисты создают приложения для фотокоррекции. Золотое сечение, оно отражает некую красоту и гармонию, которая присутствует в окружающих нас вещах, в природе, в том числе в строении тела человека. По принципам ряда Фибоначчи закручивается раковина моллюска, движется спираль ДНК. Древние греки построили Парфенон, а Леонардо да Винчи написал Джоконду. И даже яйцо соответствует этим пропорциям. Золотая пропорция, то есть вот это число еще называется золотой пропорцией, оно отражает, наверное, самый замечательный закон Вселенной – самоподобие, то есть меньше, малое подобно большому, большое подобно малому. И это развитие идет дальше и дальше. Вот как мы говорим по спирали, да, действительно по спирали, каждый маленький виточек спирали подобен большой. Расположение лепестков в бутоне, водоворот, форма галактики, здание и все вокруг так или иначе подчинено этому закону. Последовательность Фибоначчи можно увидеть практически на каждом шагу. Например, в том, как растут ветви дерева. Основной ствол будет расти до тех пор, пока не создаст ветвь. Та, в свою очередь, создаст еще две точки роста и так далее. Все о числах Фибоначчи выясняли Елена Грицкова, Евгения Шевцова и Сергей Рябов. И это все, чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей.